Герхажан. Ныне город Тырныауз. Сегодня я вам расскажу об истории Тырныауза. Город в Кабардино-Балкарской республике. Образует городское поселение Тырныауз. Является самым высокогорным городом Российской Федерации. Город основан как село Герхажан в 1934 году при открытии Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. В 1937 году в верховьях Баксанского ущелья началось строительство первых комбинатов. В том же году село Герхажан переименовано в рабочий поселок Нижний Баксан. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1955 года рабочий поселок Тырныауз Эльбрусского района Кабардинская АССР преобразован в город районного подчинения с присвоением ему наименования «Город Тырныауз». В 1963 году город получил статус города. Коллективизацию уж везде давно провели, а вы до сих пор банду не можете ликвидировать. Вон, сколько оружия понавешали. Эх, вы. Подожди. У тебя муж есть? Что? Муж есть у тебя? Нету. И не будет у такой. Иди. Этот Бейбулатов просто бюрократ какой-то. Или не понимает? Да нет, не скажи. Судя по всему, он мужик стоящий. Почему по всему-то? А хотя потому, что его председателем выбрали. Эта деревня-то кабардинская, он балкарец. А? Только ты напрасно к нему полезла. В этих краях женщин уважают, рыцари. Только очень не любят, когда вы суетесь в мужские дела. Подумаешь. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я геолог из Москвы. Вы, наверное, слышали, мы здесь ищем молибден. Это очень важно для нашей индустрии. Да для вас самих же важно. Потому что если мы найдем здесь молибден, вы знаете, что будет? Что будет? Что будет? Электроотопление, газ, свет, вода из крана. Построят шахты, заводы. Здесь будет целый город. Понимаете? Понимаем. Понимаем. Ну вот. Этнографическая карта Кабарды и Балкарии. Карта 30-х годов. Смотрите на условные обозначения карты. В том случае, когда населенные пункты обозначены двумя названиями. Верхнее над чертой есть название новое, нижнее под чертой старое. На этой карте нет еще города Тырныауза. Тут поселок Герхажан, ныне Нижний Баксан. Рассмотрите внимательно карту и обратите внимание, где обозначены двумя названиями. А тут Гунделен, а Кёнделен. Гора Кинжал, а не Канжол, как говорят некоторые. Твое строительство. Это дело намного серьезнее, чем ты думаешь. Бейбулатов у меня, я его сейчас пришлю. Ну, прежде всего, нужно помочь людьми. Мажит Хажимарович, правительственное. Спасибо. Вот это другой разговор. Так, еще телеграмма. Поздравляю с значительным вкладом в индустриализацию страны. Нарком тяжпром Орджоникидзе. Ну вот, была у тебя маленькая деревня, теперь город будет. Thank you.
Давно уже построен шахтерский город Тырнаус, и высоко над ним стоит памятник девушке-геологу Вере Флеровой. В этих горах она открыла молибден и вольфрам. В этих горах и погибла. Наш фильм не о Вере Флеровой, но мы хотим, чтобы он напомнил о ней и о других беззаветных ребятах, комсомольцах первой пятилетки. Их было много.